Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. У меня проблема с мужем, то есть он всегда переписывается с девушками, женщинами при любых темах. Мы живем 2 и 6 года вместе. Уже устала его все время прощать и давать шанс. Я уже каждый раз предупреждаю то, что значит, ну, типа, либо переписок не будет, да, чтобы переписок не было, или развод будет, он дает обещание и опять начинает это делать. У нас дочь растет, не хочу, чтобы она росла без отца, ну и не хочу, чтобы он меня использовал. Смотрите. В чем здесь, как мне кажется, суть? Суть в том, что мне кажется, что в определенный момент вы вот переключились вы со своего мужа на семью, вот что мне кажется. То есть вот в этом, ну, на мой взгляд, ключевой момент. Понимаете, штука вся в том, как бы, что вы, если, ну, обращаете, да, свое внимание, как бы, на, ну, на мужа, именно на мужа, то это всегда ну, чувствуется, вот это всегда ощущается, это всегда замечается. Если вы обращаете внимание на семью, да, в частности, вот, например, там, на то, чтобы дочь, допустим, как вот вы говорите, чтобы дочь росла, например, не хотите, чтобы дочь росла без отца. То есть в этом смысле, в этом случае вы уже обращаете внимание не столько на, своего мужа, да, как бы, сколько на семью, вот. Понимаете, да? И муж как бы здесь оказывается на вторых ролях. И на мой взгляд, это есть проблема. Дальше, как бы вы говорите о том, что, ну, как бы, что вы его, ну, что вы его прощали, да, вы говорите о том, что, как бы, что вы даете, ну, что вы даете ему шанс, вот, и так далее, вот. Понимаете, да, какая штука. Но при этом вы не очень, ну, на мой взгляд, обращаете внимание на то, чего ваш муж хочет, то есть, что ему нужно, как в этом смысле. То есть вот. Ну, чего ему не хватает. Вот. На это мне кажется, вы внимания не обращаете. Вот. А ведь это очень важно, как мне кажется. Вот. То есть, опять же, здесь, как будто бы вы, ну, не чувствуете интереса, вот, к
своему мужу. То есть вам, ну, как будто бы больше интересно то, чтобы он, например, ну, как бы чего-то делал, да? Вот. Или вам интереснее, чтобы он чего-то не делал. Но не он сам, да, его ну, потребности. Вот. Понимаете, да? Какая штука. Вот. И соответственно. Ну, на мой взгляд, у вас есть трудность в том, что как будто бы вы не заинтересованы в своем муже. Ну, вот, именно вот непосредственно как бы вот в его личности. Вот. И, соответственно, я бы сказал здесь, что вот именно на это вам и нужно обратить, как мне кажется, свое внимание, да? То есть вот как бы не требовать что-то, да, не настаивать на чем-то, да, вот, а именно поговорить, чего мне хватает, потому что вот то, что происходит, да, то, что происходит, это следствие ну, определенного, так скажем, ну, кризиса. Вот. Ну, вот на вот. И этот кризис в ваших отношениях можно, ну, можно разрешить. Вот. Понимаете, да? То есть это вот корректируется. Поэтому тут вопрос заключается в том, да, как бы хотите ли вы этого? Хотите ли вы это разрешить? Или вы просто хотите, чтобы вот, ну, просто чтобы муж вот ну, перестал делать то, что он делает, вот, вне зависимости от того, там, допустим, ну, в чем он нуждается, да, как бы. Вот, это, мне кажется, что диалог, который вы, ну, сейчас устраиваете, вот, он достаточно деструктивный, вот, к сожалению, вот, поэтому я бы вот обратил внимание именно на это, да, вот, и посмотрел бы на то, чего вы хотите по отношению как бы к мужу, да, что вам нравится, что вам вообще привлекает в нем, да, что общего вот, ну, как бы, ну, между вами, да, то есть вот как-то вот вспомнить об этом имеет, как мне кажется, смысл, вот. Ну и хочется повторить о том, что, повторить то, что если вы будете пытаться, ну, пытаться
как бы спасать семью, да, вот, а не выстраивать отношения с человеком, то ничего не получится. Вот. Тут вот мой коллега прав, вот, в этом смысле, когда вот, говорит о том, что ну, что это просто манипуляция, да, и что вот вы как бы идите до конца, да, вот, или просто признайте, что вы не, ну, что вы не пойдете, на, иначе просто какой в этом смысл? Мне кажется, что проблема все же, она именно вот в дисгармонизации ваших отношений. Вот. Как мне кажется. Дальше повторю. Вот. То есть, как бы, ну, для меня это вот, по крайней мере, так. Вот. Вот на этом, в принципе, можно закончить мой ответ. Вот, на этом можно завершить пока что. Вот, то, что я сказал. Вот, я очень надеюсь, что мой ответ вам будет интересен. Я очень надеюсь на то, что мой ответ будет вам полезен. Вот, я надеюсь на обратную связь по моему ответу. Вот, это позволит вам начать работать над собой, да, вот, позволит вам начать психотерапию, вот, позволит вам как-то вот, ну, начать, ну, двигаться, да, двигаться дальше, да, вот, как бы, ну, в сторону развития вашего, в сторону именно вот, ну, изменения, как бы, ну, ситуация, вот, к лучшему. Вот, и, соответственно, вы сможете отношения с мужем, да, сохранить. Вот, вы сможете и ребенка, ну, как бы вот без отца не оставить, да, вот, ну, как вот вы хотите, но повторюсь, что как бы целью, да, вот целью это быть не должно. Вот. Всего вам самого доброго. Обращайтесь за помощью, вы большая молодец, что начала об этом говорить, вот, но это только первый шаг.